учить, выучить, изучить, научить, проучить, учиться. Как использовать эти глаголы? Сегодня я отвечаю на вопрос Away Tools о глаголе «учить». Всем привет! С вами Элен и канал «Изучайте русский с носителем». Глагол «учить» в русском языке имеет два значения. Первое – приобретать знания. И второе – передавать знания. Я учу русский язык. Я учу детей. Учить. Выучить. Выучить – это уча запомнить. Ты выучил урок? Выучить – это передать знания полностью. Его выучили на космонавта. Синонимы для первого значения. Заучить. Изучить. Синонимы для второго значения – обучить, научить, учить, научить. Научить – это передать свои знания, навыки, опыт. Кто тебя этому научил? Вас научили писать по-русски? Учить, изучить. Изучить – это постигнуть, освоить в результате учебы. Мы изучили строение человека. Изучить. Это тщательно исследовать предоставленную информацию или материал. Мы изучили биографию Толстого. Учить. Проучить. Проучить – это провести какое-то время за учебой или обучая кого-то. Я проучила алгебру всю ночь.
Профессор проучил студентов весь семестр. Проучить – это наказать кого-то, заставляя быть осмотрительнее впредь. Мать проучила сына за грубость. Учить. Учиться. Учиться – это возвратный глагол. Он означает учить себя. Учить себя. Учиться. Учиться – это получать образование, знания, навыки, опыт для себя. Я учусь на ошибках. Это значит, я учу себя на своих ошибках. Мы учимся в университете. Это значит, мы получаем образование в университете для себя. Пока все. Спасибо за внимание и успехов в учебе!